Битва роботов в Калининском районе завершилась без потерь. Механизированные бои прошли под строгим контролем представителей Политехнического университета. Электронные машины сражались в разных дисциплинах. К примеру, в кегель-ринге задача робота – сбить все банки. Вадим Спицын занимается в робототехническом кружке первый год, но уже кое-что освоил. И даже научил свое детище распознавать и преодолевать препятствия. У него вот здесь вот расположен датчик зрительный, еще по-другому называется сонар. И вот благодаря нему он видит банки. Участники писали программы для роботов специально к соревнованиям. Сюда приехали юные конструкторы из всех районов города. В стенах Политехнического университета турнир проводится впервые. Все-таки роботы – это некий спорт. И кроме тренировок, конечно, хорошо бы получить еще и опыт соревнований. Поэтому мы решили провести и не только для своих, но для всех, кому это будет интересно. Гонки по сложной линии, кегель-ринг. Для этого нужны не самые сложные конфигурации машин. Да и в битве участвовали ребята первого года обучения. Но, по словам организаторов, начинающие робототехники показали высокий уровень подготовки.